Собака на рисунке умная, лает, чтобы предупредить хозяина о беде. А он глупец, выдергивает кабель из розетки не за вилку, а за провод. Второклассник Кирилл придумал историю, поучительную, и запечатлел ее на бумаге. Техника безопасности. Это, ну, когда что-то делаешь, надо все это, ну, безопасно делать. Рядом со стройками можно гулять детям, нет? Нет. Почему? Ну, потому что там опасно. А что именно опасно? Ну, что-то может упасть. Конкурс рисунков на тему охраны труда собрал немало работ, лучшие на всеобщем обозрении. Конкурс приурочен к Международному дню охраны труда. По словам организаторов, сотрудников Управления по труду и социальной защите населения, рисуя, дети визуализируют свои мысли и задаются вопросом, что опасно и как себя уберечь. В основном здесь, вот на конкретном стенде, изображено использование средств индивидуальной защиты и неиспользование к чему приводит. То есть вот как в данном здесь вот используется каска, например. Также с током быть внимательно, осторожно. То есть, в принципе, тематика различная. Но это очень действенно, ведь наглядная агитация, она как никакая другая, действует именно вот образно, что люди видят, как и что происходит в случае несоблюдения техники безопасности. Каждую перемену у стенда маленькие зрители. Одноклассники Кирилл и Дима обсуждают, чей рисунок лучше. У Димы изображен ток, страшный, с гривой и разноцветными глазами. А почему ток опасен? Потому что может убить человека. Я раньше трогал их, а когда понял, не больше не докасался, не трогал их. Провода, розетки. А это рисунок про непослушного мальчика, который полез на электрический столб. Автор Кирилл сам не видел. Идею подсказала мама. Но мальчик такого точно делать не будет. Впрочем, как и других опасных вещей. Электричество нельзя трогать. Палец сувать нельзя в розетку. Кроме шестой школы, конкурс рисунков объявлен еще в ряде предприятий и организаций. Это РН «Энергонефть», ПНГ «Капитальный ремонт скважин», «Центр Елена» и других учреждений города. Айгуль Ташбулатова, Максим Лаптев, новости Губкинского.